Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил качество ремонта входной группы Звенигородской поликлиники. Медучреждение стало участником регионального проекта «Поликлиника перезагрузка». В его рамках здесь полностью обновили крыльцо и ступени, установили новый пандус. Кроме того, по пожеланиям местных жителей благоустроили прилегающий сквер. Также на встрече с коллективом Звенигородской поликлиники Дмитрий Голубков обсудил критерии комфорта для посетителей, навигацию, удобство записи и работу телемедицинских консультаций.